за смелые и решительные действия, проявленные при задержании вооруженного преступника и спасении жизни детей. Стус Наталья, инструктору по физической культуре детского сада номер 31 города Красноярска. Явлена благодарность и вручается ценный подарок Ирине Шабановой, воспитателю детского сада номер 31 города Красноярска. Евгении Толстой, воспитателю детского сада номер 31 города Красноярска.